Они сейчас вайпаться будем, да? Кстати, Войт, ты же вчера говорил про гнев небес и про меткость, да? Угу. Я, короче, сейчас кастанул валик и промахнулся. Нихуя. Я же говорил, меткости нужно 17. Я, кстати, это, жуков танчил, когда у меня было 160 меткости. На таунт у меня символ стоит, но там процентов 15 в итоге получается. Или 12, блядь. И, короче, я давал гнев небес, и ни разу не промахнулась, да? А там типа 8 жуков, блядь, вероятность-то высокая. Хотя хуй знает. Женя на складе груз принимает, походу, там. Вместо тебя, видимо, сегодня. Наркотики. У него гречка, блядь, разогревалась. Слышал, он скреб по кастрюле, а потом микроволновку поставил. Нихуя себе. Вряд ли бы он гречку бы делал. Ты об этом по-любому научился в этом, да? Это CSI Майами, да? Да не нахуй, я просто повар, блядь, стаж 10 лет. А, нихуя себе. Я через Discord слышу такую хуйню. Сейчас он придет, скажет, по-любому гречка. Я через Discord чувствую, что говно и воняет. Значит, неправильно готовил. Через Discord говно и воняло позавчера. Может, еще какая-то. Вчера. Ты когда? Ты когда у нас тренер появился в ходсе? Да. И когда мы в кару без танка пошли. Блин, жестко. Оба раза. А-а-а. Заходит. Первый раз фанило, во второй раз такой неприятный запашок оставался. Понятно. Ну-ка расскажи, что ты там накладывал в микроволновке, грел гречку? Нет. Ну-ка, а что? Рожки с этим колбаской. Я так и думал, что рожки. Рожки ледяные. Значит, ты как повар описал. Ну, с холодильника достал рожки, в чем проблема, блядь, заходите. Ну, вторая догадка рожки была, блядь. Тут стаки остались с прошлого утра. Я ауры просто... и стайки в натуре. Я накопление энергии. Не озвучил просто эту догадку. Рожки, да, рожки по-любому, блядь. После гречки второй номер. Да-да-да. С белой кто-то с черной меткой нормально. С колбаской. Запускай. Пирожка с котлеткой. Да. Это полбаф, это раздайте по новой. Смотрите за своим агром. Танки здесь не могут удержать, потому что здесь ебанутая агро. Дело не в танках, а в том, что вы можете стопнуть. Короче говоря, я тут это... Меня пал забирает, я буду тупо агро скидывать. Сори же, Степанида. Ты если на пала забралось, не спеши там идти, типа, блядь. Степанида, все, все готовы. Встали все в метку. Че стоим там где-то далеко? Даю отчет. На нем повисит, ничего страшного. 5, 4, сразу 3, не бьем, только 2, на пол убьет. Ну ждем, ждем. Все, поехали. Тут много урона пролетает. Смотрите, да будет рок, у тебя опять дохуя игра. Готовим спецспособность скоро. Дамажим, дамажим. Гук сам собьешь? Я понял. Рановато сбили. Ничего страшного.
Ничего не меняем, фанта прохиливайте. Ну, Матимео поменял. А чё, у меня цвета нет? Я вообще без цвета. Ебать, думаю, чё я не дамажу? Нормальная тема. Ну ты в натуре рака макафо, блядь. Спасибо. Фристайло. Я исправился. Я бы в тучку бы ушел, ты или прикинь. Я ушел. Тогда ладно. Отвечаю. Ну я говорю, тогда ладно. Спецспособность сейчас. Поменяли на цвет. Ой, на темный, блядь, на цвет, нахуй. Белую добиваем, уже здесь никуда не бегаем. Ну я агро не генерирую, блядь, что за хуйня? Аркама кафоевна. Угу. В этот раз как-то получше агро держу. О, просто зачем мы сделали бить. Иначе. Трофей пороть. Расчехляем ролл. Ну, короче, ДДшники с меткостью тканной парольте, с антой меткостью. Никому не нужны? Сферу парольте? Рижа, давай, монки. Ну чё ты, где ты там? А, ебать, 25, нахуй. Бомж. На кожевку пароль-то рецепт. У кого есть кожевка? Блять, один с кожевка, можете сразу скидывать. Ну, с портнягой рольте. У кого портняга есть? Варкрайт. Варкрайт это по-любому есть, я думаю. Да, есть. Светлокамная вышивка. Рольте танков скушаю. Давай релогайся, пока мы падаем, пока чё. Она же не очень что-то, это шея. Не очень, согласен. Боешку порольте все. Все такие, о, воет, смотри, помыл. Давай, ладно, тоже кину. Охуйня. Хуета. Сколько? 15 тысяч науки. Где монки опять, блядь? 6, ёб твою мать, когда что-то надо нормальное сролить. Что, запускаем? Да? Что, пора покушать, ебать. Ну шо, ёпта? Жуки мои. Ты думаешь, вытанчишь? Не, ну, на обычке ты гарантированно должен их танкануть. Они же, по идее, меньше, чем в Герри бьют. А что, тотем исцеления не пишется в рекаунт? Он отдельный, по-моему. Так что ты хочешь по блоку танку танкануть? А, вот, вижу, 26. Да, как бы заводить, я все равно буду заводить, просто их буду держать, чтобы танк не... А, или ты... Давай, давай отрепетируем. Отрепетировать хочешь? Да. Ну, давай попробуем, я что, против, что ли? А там все два жука, да, выходит? Да. Ну вот, монки и Боуджо просто понапуливают, да постою, попробую. Тебе Ганнибал будет подбегать, давать стан. А зачем? Тут же нету теневого. В смысле нет? Это же не Гер. Нету. Гер...
И чё? Только в Геррите не вой кастуют они. Они тут только закапываются, чё? А? Ну я же не играю, они тут только закапываются, у них других спулов нет. Да. В натуре, ебать. Ну, мне давай, интересно, сколько они в 25 оп стукают, вытанкую ли я. Мне по факту нужно две темы, это шамановский тотем и аура паладина. Можно Геру сразу дать. Да, это бессмысленно, думаю. Давай попробуем, почему нет? Сколько у меня? Да, у меня блока 4900. За абсорб в курсе? У тебя там D4 нету? Не, нету. Там это щитки нельзя. Крестов нету. Мне главное, чтобы паладин первой ауры до меня доставал, и шаман тотем на броню поставил. Ну, рядом тебе собьет монки сферу монку. Монки, ты под боссом не сбиваешь, сферу сбиваешь, только где-нибудь рядом с боссом. Вот. И ты... Это попал, ты держишь босса не в метке. То есть, где он стоит, там его и танкуешь. Неважно, что он не на луже. Хорошо? Не на льдине. На льдине он стоит только попал, я. Услышал? Я понял. Где вылез то? Угу. Там метка упадет, туда будет второй танк сводить мобов. Никто их не дамажит. Вот. Ну, сам ты их поймаешь. Если что, коба напулишь, да вообще метки поставлю. Коба напуливаешь с трусов. Второй хант, как у тебя ник. Коба? Коба. Ой, коба, бля, монки. Боуджоп напуливаешь с этого, с луны. Ну, если двое с одной стороны выйдут, я думаю, там один хант напулит массовый. Че, сколько у тебя показателей? 5000. Вот, потом бьем босса, он закапывается, мы бежим пиздить жуков. Тот человек, на котором появится метка, он бежит в сторону воды. И ему даст боб степанида. Все, вот на тебя далась метка на человека, который побежит. Тебе дадут боб, ты бежишь. Даже если ты не доуспеваешь, блядь, до сферки, ты все равно бежишь. Тебе еще дадут боб, ты точно добежишь. Стал рядом с ней, забежал, когда боб заканчивается. Ничего сложного. Ну все, дальше по обычной уже бегаем. Моб должен умереть в том времени. Там сколько? 4 моба должно быть. Хуйня вообще собачья. Ну все. Корабеев потом сливаем быстренько, как только добили. С хилов снимайте, главное, с корабеев. Хилы там забегаете за спину рейда. Я думаю, что в теории их вообще можно до конца нуба не бить. Хант, убери дух стой. Сейчас поставлю рыбу. Говорили же, кто с какой. Из трусов. Брусомен. Что ты там, Валера, просил? Скажи еще раз, вдруг тебе не дадут. Пал. Какой будет постоянно тусоваться, кто-нибудь бегать? Похеру какой. Да милик рядом будет стоять. Подожди, у Степаниды, по-моему, прокачано, да, аура? Степанида будет боб давать. Они все будут давать в любом случае. Короче говоря, Степанида первую ауру или рота пал. Ну, в любом случае, рядом танку. И шаман тотем на защиту возле печеньки. Поставь, пожалуйста, тотем на армор. Каменной кожи. Так, ну все. Подходим к боссу. Жень, что, Белл на третий оставляем или с пула? Да можно с пула слить, чё, я не знаю. А чё, на третий-то попизже. Да, померимся письками, чё ты пристал? Бля, у меня бухло кончилось. А если сорвёте, вы не подумали, что нужно дать танку? Это не ну, ДК. Давай. Три на пула на нём есть. Какой три на пула? На... Так, ладно, всё, не будем Геру давать, так, забьём. Даю отчёт, поехали. Это ж мне можно не контролить. Вот это поворот. Я даже пока что стаки на нем наберу, пока есть шара. Все, из Женьки агро сниму. Моба? Да, вижу, забрал одного. Че как? Ну, пока что держусь. Пробивает, слушай, зараза. На них вроде такой же урон, как на Гере. Но они здесь что-то на мне стаки не вешают, судя по всему.
Поэтому, в принципе, терпимо. Если меня хилить будут, то терпимо. На пробочке не мешает, отвечу. Вторым, да. Показатели еще больше надо. Да, конечно. А ты пробуй прожимать это три нет. Я прожимаю, не переживай. Босс скоро закопается, все бьют мобов, на ком метка убегает к воде. Бьем мобов, массовыми заливаем. Нахуя? Аркрайт, Аркрайт, убегай, Аркрайт. Тебе дадут боб. А, следующую цель ждем. Блять, дадите масс танка, будут закапываться. Еще минус одна лужа. Блять, ну вот я не понимаю, зачем РДДшник-то стоял в луже. Быстрее, быстрее. Блять, нахуя наломали столько луж, ебать, бейте скоробеев. Ой. Отойдите от этот с этих. А, ладно, плохо. Коба, дашь мне боб, когда я скажу? Да-да. Давай, боб. Значит, и жуков потом ку, ёпта. А где баф бопа? Я не вижу, блядь. Короче, забегаю. Я не вижу, у меня кончилось место для баф. Бейте скоробеев, чё их так дохуя, вы чё? А мне боб даст кто-нибудь, не? Нет, вылез босс, на хуйте боб давай. Добейте скоробея. То же самое, танк не веди на лужу, не веди на лужу. Скоробеев до домашки. Бегает, хуй его, тут его скоробеев. Одного я затаунтил, второго кинул пуху. Да, вы слышите, что такое добить скоробея в РДД? Я, сука, полчаса ебаного скоробея добиваю в РДД зоне. Ну это же пиздец. Потом, а, каменная кожа стоит, отлично. А чё с танком? Ну, огром уж сорвали. Ну я как раз в стане стоял. Ну все, вообще нормально. Верните даже человечка. А, да, блядь, Аркрай, дай БР, пожалуйста. Что-то я даже не видел, что он умер, я думал танк хотел забрать. Вставай, вставай, лок. Есть по мне сальва? Мобы, мобы, с одной стороны два. Сделал вмешательство, но не получится. Хан, какой-то один мо подходил, откололся. Ну сейчас заберу, все. Ну, все, приходим. Мы сейчас переведем. Да. Бля, да похуй мобов тогда, там только убьем босса. Ну шо. Че, поблагодарил? Он может подвести. Геру, 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 геру. Не идем следующий. Да, ну давай вообще охуенно станку. Стоишь тупо, АФК бьешь, ебать. Ебать, я там на шестом месте, нахуй, 10к ДПС. Хули вы там не дамажите? Где ДПС, ё-моё. Еле, почти догнал меня. Все равно слабый. Да если бы не было этой хуйни. Нахуй вы их вообще, это... Ну, Войт, у тебя тоже даже... Конечно, на всех плюсах. Чё ты не ролил прошлую эту? Ну, на палача оставил. Ого, ты прикинь, воля упала. Это... Всё, это чудо. Рольте? О, это вторая за всю жизнь, нахуй. Трофей порольте. Ну, волю все равно ролят, только топ-ДДшники. Наконец-то, бля. Не знаю, кому она правда нужна вообще. Мне. Чё за воля? Ну, прокает. При прямых власть, атаках. Власть, в смысле? Искорка, да. Власть. У меня две такие. Кого кузнечка пороть? О! Тут я шарю. Не, нихуя не шарю. Здравствуйте. Понятно. Я думаю, в 25 оп можно не ебаться и это... И даже мобов не бить. На перефазе, не на перефазе. Тупо занимайтесь жуками и бопами своими. Что же я так... Я хуй его знает. 25-10 у меня закрыто, нет у меня. Это танк. Так мы 25-ку идем. Сейчас проверим. Для 25-ка надо 10 обычка. Оня. Да.
Ну, посмотрим. Ничего с ним сделать не могу. Сферу пороть. Че, сейчас вы не идете? Да. Ты-то что спрашиваешь, блядь? Мы с задачей пойдете, а ты что, не идешь? Ай, ну, с вара выйду. Силы порольте в спину. 9, вся любовь. Да, нормально, 3-9. Давай, похуй. Степанида, у тебя такая же. Нахуя ты ролил Степанида, да? Могу, потому что, дай фрейс. Вы пиздец, блять. Ботинки порольте латные надо, да? Ничего не кикнуть, чё? Напишешь это... Фрея, когда тебе даст фрейс? Кого ты тестить собрался? Идентичный плащ? Я в другую чарку нацеплю. Какую другую? Ты угораешь? Ты сейчас пошутил? Да, конечно, я пошутил, блядь, ты чё, угораешь? Не, серьезно, дай фрейс, чё смеяться? Он трансмог разный сделает. Порольте кольцо с духом. Сава. С духом. Ага, Степанида, ага. С духом кольцо. Попытки, типа. Гангрена просто. Мне даже кажется, что это не шутка была сейчас. Волю порольте, там я построю кто топ-5. Жестко. 71, 17, 72, 17, 4. Да будет рок, ебать. Ну, да, ну вы бросите. Да, забрал лок. На тест не дают триньку, ё-моё. Тест. Все, погнали на ну. Кто, у него там Сентоя босса. Кого выливаете? Девайс ну, Лок такой же. Терамор мага нету порт. Терамор. Только за Альянс. Ну, друг он ренегат.